примите силу. Деяния, 1 глава, 8 стих говорит, но вы примите силу и будете мне свидетелем. Я записываю это видео с миссионерской поездки с Кубы. И хочу сказать вам, дорогие, что миссия, краткосрочная миссия, она вас не оставит прежним человеком. Она на самом деле будет менять вас. Это будет благословением для вас. Поэтому приложите усилия, молитесь об этом, участвуйте в миссионерских поездках, и вы будете видеть это божественное благословение. В конце концов, Бог сказал, что вы примете силу для того, чтобы быть свидетелями, и чтобы нам быть свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и даже до края земли. И это будет благословением для каждого из нас, потому что все, что Бог говорит, Он говорит это для нас. Благословение вам!